One more time, good morning. Good morning, good morning. You don't take your cap? Roman. 27 октября 2021 года. I will not walk in the sun. И мы идем пользоваться интернетом BSNL, который в кафе Лама Беккере можно разжиться. Это немного побыстрее. Во всяком случае, в феврале было. И там постоянно я загружаю. Не хватает моей мощности, моего джио. И вообще джива наша не ловит в комнате. Смотрите, как это хорошо-то растут эти каллы, наверное. Дома тоже с трудом они выращиваются. А здесь ой, сорняк, ой, прям ой, сорняк. Ой. Мы сейчас... Да, кто-то... Кто-то на велосипедах, а кто-то на байках продает эти булочки. А бензин 104 рупии. В общем, часть его зарплаты уйдет в бензин. Но зато быстро, удобно. Саша уже вчера здесь посидел, тоже чаю попил без меня. Я дома сидела, монтировала. И фоточку мне прислал, как он тут радуется жизни. Какой-то мне надо сок. А этих вкусных синамон роллы у них есть, да? Good morning. Which juice you have? Какой? Watermelon, orange. Давай orange. Orange, потому что watermelon уже купили. No ice, no sugar. And cinnamon roll. Do you have internet? Yes. Есть интернет. Самое ж важное это надо. Все, давай, пока. Enjoy. Так, ну что, друзья. Ну вот так и начинается. Так и просижу теперь до обеда. Orange juice. Очень вкусные. Cinnamon roll. Булочки с корицей. Мама working, папа dancing, да? Мама работает. Папа бегает. Папа на арамболе. Имею право, говорит. Шейвинг. Ну, хорошо. Everything good? Very fine. Good morning. Особенно интернет very good. Вот так вот. I'm happy to see all our family. Я говорю, очень рад видеть всю нашу семью, да? Okay, so, мы так и всех считаем своей семьей. Ну, мне тебе не осталось, нечего дать. Он говорит, я хочу такой же сок, а они говорят, больше не осталось. Хорошо. Да, и не тура-тура тайм. Ты подожди меня, не торопись. Don't hurry. I will put for safe, we bring home and go together to the center. Да. Ну, I take umbrella. Окей, okay, pay cinnamon and juice. Ты... Потом, да, лейте пойдем. Хорошо, через 20 минут пойдем, работай. Буду работать. Махараджа. Хорошее кафе. Можно поспать. Good кафе. Три мандаринки осталось. Ему бы не хватило. В общем, он хочет именно orange juice, мандариновый сок. Пошли, говорит, в центр.
хватит, говорит, работать. От работы, говорит, кони дохнут. Пошли, говорит, развлекаться. Ну, как я могу мужу отказать? Я за любой кипиш, кроме голодовки. По-быстренькому смонтировала видео вчерашнего вечера. Сейчас оно сохраняется. Я ему говорю, не захлопывай пока компьютер. Вот. Не, конечно, может захлопнуться. Тоже готовится к сезону. Гуд. Хай. Хай. Вот это тоже надо. Это было фалафель плейс. Да? Делали фалафель. Очень маленькое место. И здесь, да, был человек из Ришикеша. Вкусно готовил фалафель. Do you remember price? Yes. Сколько стоило? About I paid him 250. He make big one. Then I give him 50 more to get 3 more falafel. Он где-то 250. Sorry. 150 где-то стоила порция. 150 фалафеля. Много салата было, лепешки, жареная картошка и вот эти фалафели нутовые, такие шарики вкусные. Мы иногда тоже ленились и покупали, вот домой он приносил на ужин фалафель. Да, я не знаю, конечно. А чего, они что-то тут строят, да? Будут все-таки что-то делать? Что-то как-то я уже и объелась. Там чуть-чуть, там чуть-чуть. Good morning, Люси! Good morning! Доброе утро! Люси всегда там на посту. Наша Люся. Фиш. Люси говорит, что он продает рыбу. Ну, вообще, логично, конечно. Мы же не взяли маски. What you tell yesterday, yeah. Polish people, catch foreigner? Yeah, if no mask, a little bit. Ему продавец чая сказал, что вечером полиция тут устраивала поимку, особенно иностранцев, без масок штраф 100 рупий. Вот, ловили нарушителей. Ну вот, нарушитель. Мы, конечно, тоже нарушители. Я говорю, надо с собой носить хотя бы банданки. Масками будут притворяться. Маски вроде у меня тоже есть. Я же рюкзачок с собой взяла. Вот тут вот у них все. Все можно тут купить, масло, сыр. Вот если сыр надо. Да, здесь оптовики закупаются в этом магазинчике для ресторанчиков. Здесь все подешевле. Вот. Собачка так жалостно лает. Этот магазин еще не построен. Какие-то уже работают, а может, все время работали. Вот это, this is guest. It was a hotel. Это отель. Like a remote support. Maybe it's closed. Нету вывески, может быть, они закрылись. Ну, no, I only from far away. Я только издалека посмотрю. Видимо, они закрылись. You know, last year, no tourists coming, no flight coming. В прошлом году ни туристов, ни самолетов. Вот над бассейном летают стрекозы. Ага. Вон там индиец, видимо, этот, наверное, вотчман зубы чистит. Вот, и все, других нету. Жителей, посетителей отеля. Если сейчас приезжают эти индийцы, они в основном там на пляже, ближе к пляжу останавливаются, на ресортах.
Вот, чтобы далеко не ходить. Это вроде бы и недалеко, но на пляже-то все равно ближе. Там тоже много гестхаусов. Джекс Коннор. Это бывшие хозяева Арканбара. Там сейчас не идет бизнес. Здесь вот на более главная дорога. Больше посетителей. Останавливаются перекусить. Ну, чистенько. О, приветик. 10 утра только. Ну, большое такое помещение снял, кухня, маленький зал с кондиционером. Молодцы, ну они знают уже всю эту, весь этот бизнес. Работать-то все равно надо. Это вот рядом с этой маленькой церковью Святого Антония. Между этой церковью и той церковью большой. Congratulations! Поздравляем с новым рестораном. Да, да, я уже сказала. I already say. Because this location is better, that's why they move here. Это да, это часть Арканбара. Здесь лучше location, лучше расположение. В общем, да, кто любил кухню Арканбара. Да. Да. Pack and pick. В общем, можно еще упаковать и захватить с собой, да. Взять с собой. Вон у них папайя растет. Я уже рассказала, мне же самой все эти новости интересны. Я же даже не за рекламу, нам за это даже бутылку пепси-колы не дадут. У нас... Ага, хот-пот. Они, у них еще можно вон тандури делать, да? Есть. Заказывать блюдо в тандуре. Вот, такие пироги. Не, у нас тут все по любви. Они нас вообще-то даже не просили прорекламировать. Somebody lost. Шел-шел и потерял маску. Ой, что они там? Пига. They cutting pig. Поросят. Спрашивали как раз. Путапартия. Дикие, что ли, поросята? Не знаю. Ну, вот сейчас вот там вот. Здесь, правда, другой штат. Они мясоеды, они католики. У них даже говядина, вот я говорила, на свадьбе я видела. Да, пошли. 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 Пойдем на остановку и выпьем sugarcane juice. Вот это наш любимый тоже ресторанчик, кафе Морджим. Когда идли вада хочется, вот у них есть еще доса, у них есть северные индитали. Но сейчас 10 утра, для завтрака поздно, для обеда рано. Обед я буду делать дал. Еще одну маску кто-то потерял. То есть так они теряют маски. Red Monkey.
Red monkey, красный манки. Еще какая-то. Тоже ресторанчик, что ли, да? Новая постройка какая-то. В общем, люди-то понимают, что по большей части только еда нужна ежедневно, стопроцентно. Поэтому все открывают как могут. Property for rent – это для аренды собственность. Можно вот, значит, здесь арендовать, кому нужно, и тоже открыть еще один ресторанчик. А здесь вот булочки, бекери, пекарня. Они делают эти булочки. Видите, сколько там дров? Им надо, чтобы печку разжигать. И хлеб делают. И еще какие-то пирожки. Вообще, конечно, без рикш-то скучновато. Сейчас вот дойдем до центра. Попьем сока. Да как заленимся. А рикши-то нету. А фотопарти-то. Раз и на рикше домой. Смотрите, как разросся этот куст. Раньше так хорошо фоточки получались. Стоишь на этих ступеньках, а за спиной церковь. А сейчас вообще не видно церковь. Очень красиво. Белая такая. Вот мы вчера были в ресторане, и там мальчик, 6-летний блогер был. Вот здесь он учится. В Индии дети рано в школу идут. Вот этот блогер уже школьник. Азан Гейминг, по-моему, так у него канал называется. Как дела? Как дела? Хорошо. А у тебя? Хорошо? Хорошо. Йор дела? Хорошо? Как дела, говорит. Вот так у меня дела. Не, вот так у меня дела. Короче, хорошо у меня дела. А сейчас будут вот так дела. Идем джус пить. А вот здесь швейная мастерская была. What you think? This is tailors. They working? Yes, they're working. Говорит, работают. No, not working. Last year they were here, somebody, when I came. Ну, загляни, тебе хорошо видно. Everything here, machine here, where you can look from here. Иди, говорит, через эту дырку смотри. Да не. Слишком рано, говорит, работать. Нет бизнеса. А я говорю, тебе не работают. Наверное. Короче, мы сейчас за день-два обойдем. Тут арамболя. Обходить-то его. Я вчера, слушайте, расчихалась. Я не знаю, раз 20 чихнула, и оказалось, что я не взяла с собой. Мне же особо-то и не надо. Ну, какие-нибудь капли, назевин или что-нибудь такое. Вот, хоть что-то. Забыла. А сейчас надо теперь, значит. И крем от солнца, от ожогов. Ну вот 60, хорошая защита. Не знаю, сколько стоит, не вижу. А, такая фирма. Вон есть 50. Есть даже 70. Это крем? Ну, это нормально, нормально. I only watch number. 60 is good. Highest, да, это самое большое.
Все тут друг с другом говорят, как прямо о каких-то инопланетянах, о каждом новоприехавшем. Сейчас Саши мне рассказывает, кто-то ему сказал, а тут видели нового парня русского. Значит, уже самолеты летают и визы дают. Я говорю, ну самолеты-то летают, но он же мог и по бизнес-визе приехать. Это же все-таки разница. И даже по бизнес-визе можно только для ГУА, как мне объяснили, она дешевле и на полгода. Я не знаю, я еще раз узнаю. Да. И еще по всей Индии. Это мне так... Я сама тут ничего не узнаю. Это мне так пишут девчонки, которые сюда хотят и уже устали ждать. А как мне одна девушка говорила, с которой я летела сюда, я, наверное, это рассказывала. Eggs, да. Яйца мы покупали фермерские раньше тут. Ну что, ну придется спуститься с небес на землю и есть нормальные инкубаторские. Вот. И мне девочка говорила, что у нее здесь есть фирма в Индии, но компания. Я, говорит, могу делать бизнес-визы, но я никому не сделаю ни за какие деньги. Потому что а вдруг на него что-то накатит, и он убьет кого-нибудь или еще что-то. Я буду в ответе. Я же его пригласила. Большие бананы продают, но что-то я их не хочу. Вот мы отдали этот бананчик, которым нас соседка угостила. Я люблю маленькие. We have to buy also washing powder. Да. И зира. Вот они, две рикши. Я говорила тебе, не одна. Я говорила тебе, две. Вот если что, если устанем, поедем на рикше домой. Упор, упор, упор. Спасибо. Ой, спасибо. А громыхает он, чтобы люди слышали. Чтобы слышно было. Спасибо, thank you. Hi. Давай. Celebrate. Come back to Goa. Праздник. У нас каждый день повод для празднования. Royal Life. Сейчас мы празднуем возвращение в Гоа. Ага, бас. How much? 40. Пол-литра, half-литр. 40 рупий, пол-литра. Очень хорошо. Он один тут работает. И вообще он один тут на всю округу. Трудится, никаких помощников себе не набирает. Так, я думала, тут какие-то колокольчики звенят, а это у него, наверное, не смазанные... Нет, колокольчик. Сейчас покажу. А я думала, потом подумала, что не колокольчики, а какие-то не смазанные колеса. Спасибо. Сейчас я покажу вам, друзья, колокольчики.
sound. For like invitation. Приглашение. Нет, ну каут для другого колокольчики вешают. Коровы, говорит, когда гуляют, тоже вешают. Я говорю, ну коровы-то, чтобы не потеряли, чтобы слышали, где они. Ну, может быть, здесь тоже, чтобы покупатели не потерялись и слышали, где. Ширди баба инвайт, а ширди баба. Конечно, я с тобой. Третья рикша, номер три рикша, дарлинг. You tell only one rickshaw, one, two, and three. Now they change, Mama. What can I do? Many people have no business, so they change business. You know? Lot of people in India, people change business. They are not afraid. Поменяли бизнес, говорит многие. They are not afraid. Они не боятся менять бизнес. Ну а что уж делать-то, конечно. Be careful, папочка. I need some tips. Come on, tips. Hello. Baba. Sit Так, ну тут вот всякие Ой-ой. Разные штучки. Цепочки, клеющиеся Hello. Ленты. Клей, коробочки, веревочки. Что тут еще? I want more like half cent. Ага. Sell. Tape. You sell this book also now. Да, коробочки, коробочки. Ручки какие-то. Nobody uses. Uh-huh. Maybe even for chai drinking. Uh-huh. Пошел куда-то. No, может, чай. Чай пошел пить. Что это? Election. Выборы. In December they have election. В декабре будут выборы. Так, на рикше меня явно не повезут. Ладно, пойдем пешком. Опять будем худеть. Мы же сюда приехали за здоровым образом жизни. Вот. Уже поели булок в булках. Ананас... Нет. Какой? Мандариновый сок. Еще одну булочку. Цинамон, две чашки кофе, чашку чая, голубая луна, Мария и Алекс, хозяева этого дома, дом номер 0217. Так, что еще к 10 утра полезного мы успели съесть? И вот еще по стакану тростникового сока. Нормально? И это еще не вечер. Такой большой зонт у девушки. Я Сашей говорю, подожди, разберем свои коробки. Все у нас там есть. Надо вначале посмотреть. Ни одежду, ничего, вообще ничего не надо сейчас пока покупать. Потому что что может быть в тех 10 коробках? Ты свиньи, да, maybe. Сколько стоит? Китна? Додеру. 2 for 50. Ага. 25. Ледое? Very thin, мама. We buy in Mapsadali, we don't, it's too little. Хорошо, ладно. Маленькие, it's говорит. It's only 10 rupees. Да нет, не 10. Но это у нас тоже есть. When в наших коробочках. Price, she's thinking, how much shall I take from him? Ага. Yeah. Он говорит, когда они сразу не называют цену, они задумываются, yeah. Какую цену лучше с него попросить. Есть фиксированная, которую человек автоматически называет. First we open our boxes. Вначале мы откроем свои коробочки, посмотрим всю нашу пропорцию, все наше хозяйство, а потом уже в Мапусе закупать, чего у нас
не хватает. Мама тут еще писать. Хорошо. Он меня все это... Тротуаров-то здесь нет. Все дорога. Вот. Он меня все за себя прячет. Он ближе к машинам, чтобы шел. This cheap biscuit. Да-да, ага. Собаки-то мы обещали же принести печеньки. Тут пока стоим. Женщина покупала молоко. Саша говорит, ну, давай ее скорее обслужи. Ей, наверное, говорит, надо. Муж там дома ждет, все такое. Она говорит, ну, не знаю, ждет, не ждет. Местная. Он говорит, так много пил, а потом внезапно остановился. Перестал пить и стал, говорит, как чокнутый. Ходит туда-сюда. Говорит, вообще, говорит, изменился. Здесь большой соблазн, гуава, да, дешевый алкоголь местный, многие пьют. Куркумы еще надо. Я не привезла с собой куркумы. Ну ничего страшного. Давай, купи. Ладно. Ну куркуму-то уж заплати. ₹10. А здесь было или есть чикен шаверма. Вот. Куриная шаверма. Опять черди-баба. Много преданных Ширди-бабы, наверное, тут на Гуа. Ну да, кафе, бар и хостел. Вот они молодцы, у них, в принципе, все готово, да. Можно сидеть там наверху за колючей проволокой, наблюдать за народом. И ресторанчик там симпатичный внутри. Да. Не знаю. А, там еще и бассейн небольшой. Он говорит, прохладно, наверное, рядом сидеть. А может, говорит, даже там рыба внутри этого бассейна. Не знаю. У нас еще вся зима впереди, чтобы посмотреть, что у них там и где. Сядем. У нас передышка тут пока. Канда-канда. Ну все, муравьи. Мокшу вы сейчас получите. Мокша for ants from мама. Давай. Давай, все. Я сажусь. Кто не спрятался, я не виновата. Да, only rest. Later we come. Фу. У нас только передышка. Мы сейчас не готовы кушать еще раз. Потом. Ой, давай, вот это я согласна. Правильно. Угу. Это тоже People 3. Так интересно растет. А где коврушки? Вейза, ховрушка. Поросятки тут вот. Точно. Мы ж вот сейчас шли, видели. Они кого-то разделывали. Может, этих поросяток. А, нет, они там далеко бегают. Живы. Ну, где-то, да, у них там трава. Джунгли. Здесь жарко. Здесь только их вот тазики с водой. Смотри,
смотри, какая бабочка. Butterfly. Look at this. Big. Yellow. Большая желтая бабочка. А вот там мы раньше видели кингфишеров. Потом. Потом. На overhead. Чего они тут встали? Это тоже можно арендовать. House for to let. House to let. But not much garden, only plant. I went with the garden. Ну, началось в колхозе утро. Он с садом захотел дом. То вначале нам этой крохотулечки хватало комнатки. Теперь сад захотел. Будем хозяйство разводить. Корову купим. Молоко доить будем. Нам зира нужна. Была? Да. Да. Была в холодильнике у нас зира. Там, в фотопарте. Но что-то я забыла. Я все взяла, даже дал чану. А зиру забыла. We can buy Тора-Тора. Здрасте. Ну-ка. Вот здесь сыр. Вот такой я сыр чеддер люблю. Ой, у них, смотрите-ка, это, по-моему, как ее, дрожжи, что ли? Похоже. Fresh Bakers East. Что я никогда не видела. Папа, вот это вот. Вот это еще чиз. Сыр. Тут у них есть вот такой вот тертый. Тоже хорошо. Может быть, тертый лучше, но не важно, ладно. Now not зира, да? Зира, you buy, ginger garlic buy. Пока we don't need, because we buy bread. Пока мука не нужна. Райс, we have. Я привезла с собой рис. Рис тоже привезла. Так. Что-то же я еще хотела. Washing powder, darling. Washing powder. Or washing powder. And also small chana, ой, not chana, soya, soya, this small. Soya. Маленькие пакетики сои мне здесь у них нравятся. Что давала? Ой, извиняюсь, пожалуйста. Проходите. 777. У них все деньги с изображением Ганди. Ой, какие маленькие. Да, видимо, финиш. 660, вот нам тут подсчитали. Тут нас подсчитали. Еще. 680. Слушай, такой, что? 660. Наш бюджет вынес. А 680, что? Вот такой мне соя нравится. Я люблю такой сой. Но раньше была в маленьких пакетиках за 10 рупий. Сейчас за 20 большие пакеты. Ну ничего. Do they have clips? Clips? Да? Хорошо. Я говорю, эти прищепки есть? Он говорит, в нашем багаже есть прищепки. Везде у нас есть прищепки. В каждом городе. French fries. Картошка жарить, это фри. Но здесь вообще закупаются нормальные оптовики.
вот таких больших, больших масштабах для своих ресторанчиков. Ну и даже вот таких вот, такую мелочь, как мы, тоже обслуживают уважительно, причем. Это не панир, это yellow cheese. Да, но панир. Good for pasta, no? Да, good for pasta. Хорошо для пасты. We need after buy спагетти. Мы купим потом спагетти и будем делать пасту. Еще хорошо бутербродики, сэндвичи, горячие бутербродики. Я не голодная, я просто рассуждаю. То ведь опять напишут. Как мне написали, вам пора переименовать ваш канал. Что-то наподобие «Ей бы лишь бы пожрать» или как-то так вот. Ну и ладно. Я же понимаю, что никто на земле больше кушать не любит и не кушает 3 раза в день. Только я. Уникальная, неповторимая, своеобразная личность. Вот. Поэтому я так и шокирую людей, что у меня есть завтрак, обед и ужин. Я их ем. Yes, I remember. She was so cute, small baby. Yeah, small baby. Как выросла, она говорит. Ты ее в прошлом году снимала, маленькую. What is her name? Оксана. Оксана? Ты Оксана? Ой, слушай, ну Оксана, ладно, заходи в гости. Visit us sometime, Оксана, окей? Окей, come to us. We will bring you something sweet. Bye. Пока, пока, Оксана. Thank you. Они меня помнят. Говорит, помнишь, ты в том году снимала, они здесь торговали. Она говорит, меня настолько каналов снимали. Для меня, говорит, я по всему миру здесь известна и знаменита. Она продавщица, продавала здесь одежду. У них был такой большой этот магазин. Ну, прямо вот перед этим домиком. Прямо вот здесь вот так вот раскинувшись, как шатер раджастанский. Она говорит, я на всех, на немецких, на японских, на французских, на всех каналах. Какие блогеры тут не были, все меня снимали, говорит. Но она очень красивая, мама этой Оксаны, просто вообще какая-то красота у нее божественная. Я вам вчера в темноте показывала, вот это для Джио, колыбелька для Джио. Очень... очень хороший лайфхак. Ну и телефоны тоже так же можно заряжать. Мама, просто у нас... Что? Вот и зимой. Ну и молодец. Ну что я тебе скажу? Он вчера говорит, я так повесил полотенце, теперь хотел понтануться. С размаху-то, да с разлету-то. Ага. Да, я вижу. No problem. Еще раз. Давай. Папа, Акела промахнулся. Это очень легкая, ну ясное дело, конечно. Тебе нужна тяжелая футболка. Ну вот молодец, ладно. Окей, зачет. Зачет, зачет, окей, лайк. Я ставлю лайк, друзья. Если вам понравилось, ставьте лайк. Пишите комментарии, подписывайтесь. Мы пошли отдыхать.